Друзья, всем привет! Сегодня, короче, мы с другом Тохой поехали на Вольт за подлещиком. Как говорят, что вроде поклевывает, то что-то. Ну, короче, решили мы съездить. Поехали уже поздновато. Да и немного будем рыбачить, потому что уже детей надо с садика забирать. Короче, такие дела. Короче, как обычно, я буду на чертова и стараться, а вот Тоха, короче, на мотеле. Такой спрятался. Короче, взяли коробочку мотеля. Ну и будем, короче, пробовать. Посмотрим. Народ есть вот. Народ есть. Кто-то даже руками. Так, и, короче, что же я хотел говорить, короче, про конкурс. Вчера мне не получилось, короче, закупиться по призам. Ну и там тем более еще было мало, я смотрю, много кто проголосовал, зима или лето. Так что сейчас я после рыбалки постараюсь заехать человеку, закупить, что надо, что разыгрывать. И, ну и, короче, сразу видео запишу. Так что не серчайте сильно, что так, как немного затянулось. И все, потому что я сейчас и камеру еще заказываю по интернету. И это, короче, там, короче, немного не успел. Так что, ребята, вот так. Ладно, короче, пойдем мы сейчас рыбачить, пока солнце еще вообще в зенит не вошло. Так что, ребят, посмотрим дальше. Смотрим, что дальше. И еще помельче. А? Ух ты! Ну-ка, давай. Палаточку зацени. Палаточку зацени свою. Так, вот здесь, короче. Так, ну все получается. Твой бок. Вот этот от этого. Вот этот. Вот этот крепеж. Ты же бок? Ну. Все, вытаскивай его первым. Сначала его вытаскиваешь, я тебе серьезно говорю. Правильность как. Давай. Нет. Все, вытащил? Не разложил. Не, ну, одну разложил уже. Давай. Во. Теперь. Я смотрел, держи. Не оторвется же. Нет, тебя с той стороны надо держать. Ладно, ступи. Вот. И все, теперь бока пошли. О, о, кубек. Слушай, он нормально, полторашка. Полтора на полтора, да? Накинуть, чего? А, конечно. Я прям с тобой накину. О! Так, где у тебя выход будет? Я аж к тебе сейчас приду, ты чё? Ага. Опускай. Нормально, слушай. Вообще. А зачем мне 2 на 2, я понять не могу. Мне бы хотя бы 1,80 м, чтобы раскладушка залазила. 1,80 м, чтобы раскладушка. Даже видал. Все как надо. Но. Тебе надо светлое, наоборот, туда. Слышь, чтобы лунки светило, не замерзали. Хотя, ну, она сейчас это, ты это сейчас нагреешь и все. Шляпа. Это она поддувала все есть. Ну такой, знаешь, кубик. А зато круто. Мне прям нравится. Я еще раз посмотрю. Что получается, если вот здесь хуп, пол сделать. Раз, два, три. Три лунки, как я обычно ночью рыбачу. Ну, нормально. Под свет, все как надо. Слушай, ну я сюда.
две отдушины, два окна. Нормально, и горелку можно, что две отдушины, главное. Офигенно. Блин. Да. Зато реально, ну все, давай, короче. Ты сильно не ори, когда будешь ловить. Я говорю, сильно не ори, когда будешь ловить. Ну что, я к тебе приду. Ты понял, да? Что не ори. А? Чтоб я тебя не видел, да? Ну ладно. Сейчас я на чертика попробую. На медного. Ого. Есть. Ага. Ух ты. Вот он. На кого это? На жучка схватил. На чертика не захотел. На чертика пока не хочет. Блин, я полотенчик опять не взял с собой. Он сейчас сопливый эти, я сейчас все эти, все перчатки, все штаны. Вот, ух ты! О, схватил уже вот этот крупнее. Ух ты! Ух ты! Па! Ух ты! Это карась! Карася! Прикинь, прям придавил, как хорошо вообще. Ух ты какой, карасик. Прям вообще молодец он. А я уже думаю, прям уже все. Придавил так, что в сотку не залезет. Прикинь, карася, это второй карась вообще в моей жизни зимой. Ничего себе он дает. Замолчала. Ух ты, голдер. Голдер. Бля, что-то придавило, тох. Залезет, не залезет он. Ух ты! Вот это окунь! О, братан! Ну этот окунь, я тебе говорю, это всем окуня. Окунишка, зашел. Я тебе говорю, зашел лунку прям со скользом. На черта? Ага. Слышь, ты просто такого окуня, я еще это только в Сузуне ловил таких. А, вообще, хорошо всекся прям, если... Да, 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 я его все рукой, я тебя хотел звать, смотри. Братан, это натуре окунь. Это окунь. Так, подожди, что ты зацепился, что ли? Сейчас я покажу тебе. Ты прикинь, я, он там давил так, что я вообще, я думал, это лещара конкретно, он знаешь, как давил? Я сейчас даже его взвешу сейчас. Вообще, вот он просто. Ну сколько грамм? Сейчас посмотрим. Не зря с собой весы сегодня взял. Так. Включить. Вот это бродяга, так бродяга. 400, 420, 415 грамм. Прикинь. Так, чтобы видно было. 415, вот это окуняра. Вот это окуняра, братан.
Слушай, ну это вообще нормальная рыбалочка. Так, сейчас я весы. По-моему, это не один рекорд сегодня у меня. Ого. Ты прикинь, братан, что тут вообще творится. Кто-то подлец. Оп. Он мелковатый. Ну блин, там надо все равно 4 выдать. Блин, вот здесь не хочешь. Вон она, где бровка. Вот две лунки. Дальняя мельче, вон где окна, ну, глубже. А здесь вообще, то ли реально вот иди вот так, где... Да. А здесь одинаковая глубина и не клюет вообще что-то. Ух ты, все-таки есть что-то на остановке. Вот он, на остановке. Весь в пятнах, как на двух водах. Там чебак, поди, тоже пятнистый весь, поди, на двух водах. Нет, в том году вообще весь пятнистый. Ну, там в том году прям вообще весь далматинец. Нас. Ага. Опа. Да ёпта. Схожу я, короче, подальше. Так. Ну, тут сейчас попробую. Здесь вроде гурмышем закормлено. Значит, вчера кто-то был. Что-то нормально давит. Давит. Ух ты! Просто смотрите, ребят, сорога. Сорога какая взяла. Вообще нормально. Никого туда сразу. Ничего себе, сорога. На чертика. Ничего себе, ну-ка, может, там еще одна есть.
Ух ты, сел кто-то. Ничего себе. Да нормально что-то сел. Ух ты, не заходит, не заходит. Опа! Нифига он сел, ё-моё. А я такой уже думал, сматывать надо. Такой уже более-менее. Да высоко как сел-то. Так, что тут у меня нет? Что-то запутаться хочешь, что ли, что-то? Ничего не надо запутываться. Вот так вот. Вот так вот в последний момент я даже поднял просто высоко. В последний момент прям. Нифига себе, нормально. Да в лунку как башкой-то мотал. Так. Ну, прям как это, железка заскрипела, как он там, что-то лунку-то. Попробую повыше еще. Ух ты, вот он повыше взял. Ух ты, аж наскрипнул. Бляха, лесопед. Он вообще высоко берет. Ё-моё. А я не поднимаю высоко, чтобы мне камера видно было. Не поднимаю даже. А тут, оказывается, он выше стоит. Это тоже такой же. Ох ты, вот это присел, ребят. Вот это что-то вообще. Ой-ой-ой. Пожалуйста, пожалуйста. В лунку не залазит. Ребят, такой. Залез, 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 ребят, залез, залез. Опа. Ну как вам, ребят? В сотую-то луночку, да? Надо его потом взвесить, сколько. Нифига, он впрёсся башкой, мотает. Залазить не хочет. О, у меня настроение вообще главное. Никто это не видел. Я почему тихо так разговариваю, потому что у меня тут уже косятся. Нафига он всюк орал, мне прям сразу всюк. Значит, там подошли стайка хорошая. Так у меня сотка. Посмотрим, что тут еще есть. Тут как бы это. Вот он. Ух ты, идет опять. Идет, 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 идет. Видишь? Сука. Залазь. А. Знаешь, что делает? На жука хватает. Жука хватает, черта не хочет. Жук всем голова. Я всегда это говорю. Это мои секретные жуки. Их и нигде не возьмешь. Кроме чем у того самого. Это мне нравится вот это. Сюда надо тоже. Здесь это искать его. Да нет, там сиди, у тебя же тоже там нормально. А тут-то. Да ты чё? Стоячий не хочет, да? Короче, смотри, какая высота они берут. Видишь, еще выше они берут. Вот брали, я ловил сейчас вот здесь. Прикинь. Видал? Подбивон. На какой высоте? Значит, он почти в полводы там держится. Ну а здесь он, это первая лунка, где я вообще вижу такие поклевки далеко от дна. Это то, что спускается, когда я опускаю, начинаю проводку, они ниже берут. Ах, пельдинка прилипла какая. Некрасивая. Оп. Видал? И опять такой же. Опа, опа, опа. Трещит опять. Опа. Видал, что делает? Где он стоит, ребят? Жука. А жук еще выше висит, чем черт. Ты представляешь, какая высота? Вот я его надыбал в пол воды. Че, красава, ловить надо? Че на него смотреть? Короче, камеру вот так сделаю повыше. Чтобы не лунку было видно, потому что так и так будет видно, что она.
Буду наклоняться за рыбой, и видно будет, какая рыба. Так, а здесь сейчас увидите, на какой высоте. Метр, 1,20 м даже поднимаю. Вообще высоко очень. Чуть не понял. Угу. Поднимаю. Вот сейчас только вот с этого момента начнутся поклевки. Вот он. Как я вам говорю, только с этого момента. Вот они какие. Лапули. Лапулечка. Вот тебе жук. Дали какой жук? С диском. Серебряным. Серебряным диском. И оранжевые, видите, желтые бусинки все. Вот такая обманочка. Вот я ее всегда настрою наверх. Она легенькая. И прям замечательная она. Вот так вот, ребят. Вот я его и нашел. А то из-за камеры не поднимаю, найти не могу. У дна они два штуки стоят, и все. Здесь вот такая высота. Ну, сейчас где-то вот здесь должна поклевка сейчас быть. Вот она. Ух ты, не взял. Вот поклевочка опять. Кто бы знал, и то еще. Жучок еще выше. На 20 сантиметров чертик. Вот он придавил. Не то опять. Ну, мне прям вообще не нравится. Подлещик есть. Одно вообще нет поклевок. Угу. Еще выше постараюсь поднять. Вот она. На самом пике была поклевочка. Давай попробуем не со дна, а прям с середины. Ну-ка. Вот она. На самом пике. Ух ты, ух ты. Замотал. Опа. Тут на чертика взял. Тут. Буду прям сейчас одна опять попробую. Ну, сами видели, где он берет, вообще очень высоко. Больше метра. Сикаранил кто-то. Сошел. Сильно буйный. Это может даже плотва была или окунь. Прям буйный такой. Уже никак подлещик башкой мотал. Вот это плохо. Могу просто все. Лунка все проигранная, можно сказать, если сход. Хотя в пол воды, может, не распугает. Сейчас посмотрим, потерял я эту лунку или нет. Из-за этой рыбы. Сходов надо, чтобы не было. Сейчас выше подымем, постоим. Напугал, наверное, все-таки. Наверное, все-таки все. Лунку я отдал. Подлещик. Ну. Нашел. Метра полтора. Вот на такой высоте берет. Ну вот сейчас пару сходов было. Вот сейчас вот вообще хороший сошел.
Не хочет, вот не знаю как-то это. Сейчас вот посмотрим. Можно даже начинать вот отсюда. Ну вот я сейчас не знаю, вот. Вот он. Бурите здесь. Что-то. Ну, это вот. Самый это единственный, который вообще. Берет на. А. Ну здесь я тоже сорогу поймал такую. Ну, здесь я обалдел. Ага. А я лунку нашел, вон она, кормленная вчера. Может даже вот они вот. У меня дядька здесь и сидел, может. Я просто там поймал, а он мелкий, там прям вот фанерка. А вот здесь. Ну, и это, как сказать. Что-то начал поднять. Поднял, а она, оказывается, клюет вот отсюда. Сейчас я еще посмотрю и реально подмотну. Очень высоко прям берет. Там поклевки же нужны. Вот он. Дальше. Ух ты. Вот что-то. Да они вот они вот. Вот такие они упираются. Но одного прям вообще приличного достал. Ну все. Как-то вот она вот мне прям понравилась. Здесь никого нету, она как бы не бурена тут. Может она и уже напуганная. Да хотя там, ну. Да, все, мне кажется, после выходных. Сейчас мормышем его закормят. Как в том году и все года, короче. Угу. Да. А-а-а. Там у вас тоже, да, туда? Там тоже, да, поклевывают его? Ух ты, нету. Ну и хорошо. А у меня там вот он, дружище, сидит, а он что-то нет, одного вытащил и все. Я не знаю, говорю, ты что? Я не знаю, в палатку в эту. Ну, может, он новой палаткой просто. Как бы. Да. Да, 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 да. Как бы я что-то не люблю. Когда уж прям вообще невозможно сидеть, да-да-да. Вот он еще одна поклевочка. Вот он. Вот этот уже. Опа. Тихо. Опа. Вот этот уже. Подлещик уже такой. Ух ты. Это башкой воротит. Вот он. Вот он. Спокойно. Он подцепил кого-то. Где там, ё-моё. Ух ты. Опа. Вот он. Вот он уже, подлещок. Вообще нормально. Я сейчас уже тут веселился, да, на меня услышат. Меня услышат, я буря прям в 3 секунды вообще. Ух ты! Что-то подцепил, подцепил, подцепил. Идет вперед, вперед. Ух ты! Это лаврушка. Это мы, короче, товарищу кошке он сказал. Ну да что, если раз у него и курочки дома, и кошка, и курочки, он курей кормит их. Так что, почему бы нет? Буду ему ловить. Отпускать смысла нету, потому что вроде может тут и достойная рыба быть. Где-то рядом. Здесь спустил. Зря. Думал, с дна она, оказывается, опять наверху. Ух ты, что-то давит прям. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
очки. Вот он. Вот тут уже грамм 500. Я сейчас даже его взвешу, чтобы точно было сколько. Вот он. Так, чтобы точно, да? Где вот здесь ведь? Так, мне вот здесь. Сейчас мы взвесим, чтобы было понятно всем. И мне. Так, включить. Я вот жаберки. И вот мы сейчас хоп. О, нет, подожди. Что у нас? Нет, 325 грамм. Обманулся я. Ну, 325 грамм такие. Ну, для меня это нормально вообще. Вполне, я даже сказал. Идиот. Идиот. А? Пятку? Пятку нет. Идиот. Да у меня пакет уже скоро, но уже не это. Не-не-не-не-не-не-не. Вот так бурись. Ты видишь, где рыба? И сверху. Вот да, между нами, вот между этими, да. А то сейчас набуришься. А? Ну, за крупняком сейчас. Лунка отдохнула. Сейчас мы начнем тут ловить. Что-то пристыло, что-то резко. Резко пристыло. Так. Кусается, да, мороз? Мороз кусается. Схватил. Ух ты, бьется как. Ух ты, чебень, смотри какой. Чебень, селедка. Вот это чебень. Так чебень. Черта как всек. Нужно его с тремя крючками. Такого-то можно чебака половить. Селедошного. А я думал, все. Ага, сошел. А, ничего. Так. Будем собираться. Ну, конечно. Так, ну что мы сегодня поймали? Короче, надо взвесить, что поймали. Взвесить мне надо. Так. Ну. Че на весы? А, вот все. Глючит. Пять 315. Нормально, да? Половили. Куда его больше-то? Вот они. Красавчики. Вообще красавчик. Ну а самый что у меня? Красавец это. Это сегодня окунь. Че, где он? Вот это окушок. Еще живой. Подергивается еще. Ну и плотвень, конечно, тут конская есть. Где это? Которую крайнюю я поймал.
Вот он. О, о, даванула сеть. Из сети вышла. Видно прям передавок вот здесь. Сеть. Да не, в общем-то нормально вообще пробачили. В основном они такие есть. Вот он еще плотвень. Она вся вот такая. Хорошая. Вот так вот. 5300. Сейчас посмотрим, что ты на этого. Если нельзя, сам не зря брал. Так, что тут? КГ. Все. Опа. Вот так. Подцепили. Якобы. Что это? В перчатках не могу попасть. Да попади. Оп. Он тоже нормально. Да 3,5. 3,5 есть. 3,470. Вообще. Матеры тоже. Короче, друзья, вот я закончил свою рыбалку. Рыбалка сегодня вообще обалденная получилась. Ну, вообще мне понравилось. Работал сегодня исключительно, хоть и менял приманки. Короче, чертик медного цвета. Ну и какая букашечка моя, обманочка. Неплохо она тоже. Много на нее было поклево. Вот так вот. Все было, ребят. В этой рыбалке мне прям понравился и карась, и окунь, и плотва хорошая. Прям такая, ха, прям добрячая. Подлещик есть подлещик. Подлещик, конечно, не крупный, но если считать для подлещика, более-менее нормальный. Так что, ребят, вот так. Тоша сейчас долавливает. Сейчас пошел, смотрю, здесь родник какой-то, да ничего за яму. А тут вода еще не замерзла. О, течет. Обалдеть. Просто такой мороз. Народу пока еще, видите, немного. Не знаю, можно с ночевкой. Короче, кто бормошил, тот поймал крупнее. Ну, есть там экземпляры такие, такие уже по 300, ну, почти 400 грамм. То есть, ну, это нормальный подлещик. Я считаю, как бы для этого, тем более для таких мест, как у нас здесь, где я рыбачу, на Оби. Так что это нормально. Рыба. Так что, ребята, вам счастья, здоровья, не хвоста, не чешуи, до встречи на рыбалке. Пока.